Здорово! Сегодня я покажу вам очень классный, очень эффектный фокус с картами, который вышел на Иллюзионист совсем недавно. Итак, мы берем обычную колоду карт, листочек и ручку. Перетасовываем всю колоду, даем зрителю перетасовать. У него все карты выпадают. И потом мы попросим его взять и просто-напросто открыть ленту. Ну вот давайте, если он не может, мы можем сделать это за него. Но таким образом мы через ленту показываем, что у нас все карты перетасованы и что никакой заранее подготовки быть просто не могло, потому что он все там перетасовал. Теперь я на листочке пишу три карты. Какие-то карты я вам не покажу, но надеюсь, в самом конце они совпадут. Итак, первая карта. Я, конечно, не художник, но я думаю, понять можно будет. Я думаю, это будет вот эта карта. Рисуем ее. Так, теперь вот эта карта. Так. И давайте последняя карта. Пусть будет вот эта. Так. Все, это три карты, которые я написал здесь. Листочек никуда не убираем, и он лежит вот здесь. Колоду мы складываем, и теперь просим зрителя написать на этом же листочке с обратной стороны любые три числа, которые он может себе представить. Первые пришли ему на ум от 1 до 52. Ну вот, к примеру, он сам пишет. Давайте. 10, 15 и 20. Это он сам пишет. И мы никуда этот листочек не убираем. Теперь у нас есть вот столько карт, и мы сейчас возьмем и отсчитаем это все. Например, 25 отсчитаем. Итак, поехали. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и пусть будет, например, 25. У нас есть целых 25 карт. И сейчас мы раскрываем ленту уже с этих карт. Давайте, чтобы все поместилось. И уже сейчас из этих всех отсчитываем именно то, что зритель загадал. Например, 10, 15 и 20. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятая карта. Мы откладываем ее вверх. 11, 12, 13, 14, 15. Откладываем вверх. 16, 17, 18, 19, 20. 20-ю откладываем вверх. Ну, остальное нам уже не интересно. Мы показываем, все карты разные. Одна и та же колода, никаких подмен нет. Случайные числа, случайные карты. Зритель сам загадывает числа, что самое интересное. И теперь смотрим, что я предсказал. Сейчас все будет вообще четенько видно. Вот, и мы смотрим. Первая карта. 9 черви. Дама крести и 4 крести. То есть мы видим 4 крести, дама крести и 9 червей. Все просто супер. Случайные числа, случайный зритель. Вау, супер. Вот такой был нереально эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.